Энтузиасты из Архангельского музыкального колледжа 2 года назад решили, что для большей педагогической пользы просто необходимо организовать большой совместный концерт собственных студентов, выпускников и известных джазовых музыкантов. И организовали. И еще один. И вот уже второй раз подряд в Архангельск в начале Нового года приезжает известнейший джазовый музыкант из России, а ныне житель Нью-Йорка Валерий Пономарев. Это, конечно, передача опыта от старшего поколения молодому, то есть привлечь молодых музыкантов, поделиться опытом. И на самом деле это бесценный опыт, когда приезжают такие музыканты, как Валерий Пономарев, потому что все, кто знаком с джазом, они знают, кто это такой. И это на самом деле человек-легенда и большая редкость, то, что он посещает Архангельск уже второй раз. Для того, чтобы музыканты играли лучше, им надо развиваться и играть с музыкантами, с другими, которые, в общем, на уровень или на несколько уровней их превосходит. В первом отделении Валерий Пономарев выступил в составе квинтета, а во втором перед публикой предстал биг-бенд. Когда-то биг-бенды, то есть большие джазовые оркестры, были на пике популярности. Вот известнейший биг-бенд Бенни Гудмана и знаменитый оркестр Дюка Эллингтона. Но теперь биг-бенды – редкость, особенно для Северо-Запада. Поэтому такие концерты – события и для зрителей, и для музыкантов. И вдруг вот так вот люди играют замечательно, прям с чувством, по-настоящему. Не просто там ноты исполняют, бум-бум-бум-бум-бум, а именно играют, вкладывают в нее душевный, понимаете. Проект «Биг джаз, биг бенд» – это не только возрождение старых джазовых традиций, но и настоящая проверка для молодых музыкантов из Архангельского колледжа. Уровень достаточно высокий для студенческого оркестра, учитывая, что это не Москва, не Санкт-Петербург. Вот, уровень достаточно высокий. Все студенты, в принципе, находятся в материале. Видно, что руководитель оркестра с ними работает регулярно и довольно-таки успешно. В мире биг-бенды значительно потеряли популярность после окончания Второй мировой. Но в Архангельске надеются еще не раз сыграть на родной сцене вот в таком масштабном и звездном составе. Ирина Ившина, Ольга Красулина, 7 дней в регионе.